Итак, развязка близка. Благодаря нашим усилиям, Ла Валидора на грани краха. Но мы еще не победили. Наши враги решили играть по-крупному. Понимаете, что это значит? Согласно информации, найденной на вилле Хельмута Коха, завтра утром из Картахены отплывает корабль, полный кокаина. На нем столько порошка, что можно построить новую империю вне нашей сферы контроля. Этого не должно случиться! Вопросы есть? Порт будет хорошо охраняться. Его владелец Педро Кабарде тоже связан с Ла Валидора. Задача ясна. Захватить корабль с кокаином и... И убить Кабарде, нет? Конфисковать груз, лейтенант. Вопросы есть? Окей. Дело высочайшей важности. В операции будут участвовать все. Я сам поведу одну из групп. Так что не подведите. Удачи! От Ла Валидора остались жалкие остатки. Корвет командует Кутинальцем. Он пойдет установить подгал. Лейтенант Монтега и его группа зачистят зону, а я с группой Чарли атакую бит. Накружи врага и... Группа Браво готова. Группа Альфа на месте. Окей. Пошли. Раздавим их. Быстрее! Окей, пошли, раздавим их. Я ты тебя прикрою! Ублюдок! Я тебя прикончу! Сволочь! Я тебя уничтожу! Да! В подгаузах чисто! Очисти! Это Альфа. Мы идем к пирсу. Смотрите, чтобы плохие парни не зашли нам в спину. Черт, тоже мне ковбой. Ты направо, я налево. Кто придет последним, ставит Монтега пиво. Тебя на куски разнесу! На мокрое место! На куски разнесу! Я тебя прикрою!
вышибу! Черт, Рико, я тебя чуть не подстрелил. Ну ты чего? Я ж бессмертный. Что? Рико! Чего уставился, а? Ты думаешь, ты лучше меня? Монтега! Мы все просто куклы. Какого дьявола? Говори, сволочь! Ты меня слышишь? Виктор, это ловушка. Капитан Энтерадор предал нас. Что? Он хочет забрать наркотики себе. Прости, этот гад за все заплатит. Придется тебя разочаровать. Это Колумбия, и мы играем по другим правилам. Убейте эту тварь! Я покажу тебе, из чего сделан. Тебя на тряпки порву! Мия, я на пирсе. Ты где? Готов к смерти? Не уйди! Я не могу! Мокрое место будет!
Ты мой, ублюдок! Я тебя на тряпки порву!